Вот, чтобы разомнять кости, чтобы мозги адаптировались к такой высоте. Скоро будем находиться на 5000, ну где-то там. Вот. Вот завтра нам туда идти, вот туда, на вторую вершину, 5642 метра. Вот. Солнце светит, в очках ходим. Красиво очень. Вот, такие скалы. Такие, красота такая. Вот. Вот такая красота, очень красиво. Скалы, вот там тоже идут альпинисты. Это которые... в кадре главный зачинщик этого похода. Целый год катались, собирались. А так мы вот так идем вверх. С каждым шагом тяжело решать. С каждым шагом легче, Олег. Какая легче? Легче. Завтра нам туда 10 часов подниматься. Вера сама. Да, вот. Сейчас. А теперь Ира покажет меня с той вершины. Смотрите, как ходит, открылся с той вершины. Да, да, вот. А то ты в очках ничего не видишь. Да. Красиво, здорово. Вижу. Довольные, счастливые. И мы добирались очень тяжелый подъем. Почти все силы дали, чтобы подняться. Вот. Такие вида. Мороз минус 10, наверное. Солнышко там стало. Ирина вот. Ну, Иринка, вот туда идем. С таким рюкзаком. Еле-еле добрались. 4 часа вида. Сейчас появился. Настроение хоть поднялось. Сейчас пойдем дальше. Еще 2 часа ходьбы до Эльбруса. Вот, на 5642 метра. Обогнали, но силёнки нет. Камень не надо. Вот лучше настройся, вот это. Шаг вот потихонечку, пусть хотя бы там 5, 6, 7. Так еще, еще долго туда? Thank you.
самая высокая. Черное море. Почему я так закрыт? Холод очень сильный. Вот. Вот. Нам еще спускаться 5 часов. Вот. Ну, я счастлив. Приду поздно, но счастлив. Вот так-то. Всем пока.